У команды Ивановского химико-технологического университета вновь появился шанс повторить триумф 2012 года и стать победителями чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола. Финишная прямая перед суперфиналом – домашняя игра с питерской командой НГУ. В первой игре в северной столице Ивановки опередили конкуренток на 8 очков. Задача дома – не растерять это преимущество. Мы играли с ними в Питере, встреча прошла плюс 8 в нашу пользу. Естественно, мы готовились к игре, знали, ожидали от каждого игрока, что они могут там, какую игру предложить. Но все равно тяжело, ответственность очень большая, то, что играем дома, перед зрителями, перед университетом. На протяжении всей первой половины игры явный лидер так и не определился. К большому перерыву гости вели в счете на 4 очка. Во второй половине этот отрыв увеличился до 8 очков. Но Ивановки сумели скорректировать линию обороны и сократить отставание в счете. Последняя минута встречи оказалась самой волнительной. Ведь вырваться вперед спортсменки химтеха смогли буквально за считанные секунды до финального сигнала. Итог напряженного противостояния 59-56 в пользу Ивановок. Но праздновать победу спортсменкам некогда, впереди еще более ответственные матчи. Дальше у нас игра с Москвой, не надо расслабляться ни на минуту. Мы будем бороться, также университет, честь университета защищать, честь Иванова. В общем, мы не сдаемся, будем до последнего бороться. Суперфинал, в котором примут участие 4 сильнейшие команды России, в числе которых теперь и команда химтеха, пройдет в Казани 24 и 25 мая. Так что ивановцам придется болеть за своих спортсменок на расстоянии. Мария Смирнова, Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.